Всем привет! Рада вас приветствовать на нашем канале, на канале любителей и коллекционеров куколок Lost Surprise. Потрясающая серия Magic Movie просто запала нам в сердце. Хочется собрать всех куколок. Куколки все потрясающие. Сегодня мы с вами откроем еще один шарик. Очень интересно, кто нам попадется. И предлагаю начать прямо сейчас. Начинаем мы с веса, конечно. Так, включаем наши весы. Так, и кладем наш шарик. Сейчас постараюсь, чтобы было видно. Так, 172,60. 172,60. Так, шарик нелегенький, шарик, в принципе, тяжелый. Очень интересно, что же там лежит. Кстати, золотая куколка с телевизором, она получается самая тяжелая. Как бы ее найти можно без проблем. Ну что, приступим, будем открывать. Так, 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 очень волнительный момент наступает. Всегда очень волнуешься, кто же там тебе попадется. Так, первый, так, синий шар. Интересно, кто же там в синем шаре будет находиться? Не знаю даже, не знаю. Так, еще одна. Еще один, один, один. Еще один. Будем так с ним расправляться. Так, что-то я не увидела, правда, подсказочки. Как-то у нас... А, нет, вот подсказочка прилипла. Вот такая подсказочка. Так, открываем шарик. Шарик синий. Так, будем смотреть, что же к нам приехало. Так, давайте так. Вот это все, все, все. Отложим. Так, сколько пакетиков? Сколько пакетиков? Так, очки. Вот здесь одно. Одно красненькое. Так. Отложили. Ну что, давайте. Что тут у нас находится? Это что-то неизвестное. Так, ну вот прям волнуюсь, волнуюсь. Даже не знаю, с чего начать. Ну ладно, давайте начнем с куколки. Не будем тянуть интригу. Я не могу дождаться. И посмотрим, кто там. Кто там. Боже мой, это что за чудо? Это что за голубоглазое чудо? С двумя хвостиками. Ой, как я люблю вот этих куколок, у которых вот эти два хвостика. Они такие нежные получаются. Боже, ну какая же она хорошенькая, потрясающая куколка. Так, давайте посмотрим, что у нее есть из одежды. Я что-то еще не очень поняла, кто это. Что это? Что тут? Давайте сюда проверим, что здесь у нас находится. Боже мой, это куколка-режиссер. Я ее очень хотела, эту куколку-режиссер. Какая у нее красивая одежда. Потрясающая одежда. Какая она хорошенькая. Как-то она сидела в беретике, я не сразу поняла, кто она? Я не видела прическу, но глаза потрясающие у нее. Такие красивые голубые глазки. Боже мой, ну это же ну прелесть неземная. Просто красоточка наша. Как же я тебя ждала. Как же я тебя ждала. Ну она же просто красавица. Какие у нее ботиночки со шнурочками. Ой, она очень модная куколка. Ой, красота. Так, ну здесь тогда беретик, наверное. Здесь, наверное, беретик. Да, здесь беретик. А, боже мой, это капец. Какой красивый беретик у нее. Ой, как он ей идет. Ой, это неземное чудо. Просто неземное чудо. Как ей идет этот наряд. Ой, этот беретик. Ну, вот как приятно. Ну, маленькое сердечко.
Ой, какая она хорошенькая все-таки. Так, у нее же есть. Так, давайте, ладно, досмотрим что-то. Ой, меня что-то сегодня прям вот, я взволнована. Такая красивая у нее бутылочка. Что-то я прям сегодня, вот прям я ее ждала. Я ее просто ждала. Вау, у нее такой громкоговоритель. Какая красотка. Она же очень важная, она же режиссер. И это очень классный стул, у нее режиссерский стул. Боже, ну что могу сказать, нам безумно повезло сегодня. Вау, директор. Ну это вообще, я очень мечтала об этом шарике. Я очень мечтала, чтобы нам попалась именно эта куколка. Но еще, я еще несколько хочу, это правда. Так, ну здесь у нас сердечко, которое закрепляет очки. Это одевается, и второе, значит, там одевается. Ну, сердечко это такое, ой, боже, я такая довольная, я такая счастливая, нам попалась такая чудесная куколка. Так, бумажки все нам в сторону, все, нам это не надо. Так, давайте посмотрим, что нам тут. Вау, это вообще, она снимает крутое кино. Какие девчонки, красотки. Наверное, это мюзикл. Они, наверное, снимают мюзикл. Ну, красота. Ну, что тут у нас осталось? Посмотреть. Там сердце, что там еще девочка. Это я так не очень поняла этого прикола. Ну, ничего, красота. Эти кадры, они соединяются между собой. И, видимо, у нас получится от какой-то фильм. Ай, боже, ну все, ну я такая счастливая, ну все, тут сбылась мечта, нам попалась. О, она прекрасна, она просто божественна. Какая трогательная девчонка. Я не знаю, правда, какая она режиссер с такой внешностью, но она просто ангел. Ну, может быть, когда она начинает работать, она превращается в жесткого директора, но... Вообще, конечно, это красота неземная, нам повезло сегодня, я счастлива, я рада. Море эмоций, меня сегодня прямо захватили эмоции, потому что я о ней мечтала, и я ее получила. Еще у меня в планах много куколок, много, я хочу множество куколок. Я это очень хочу. И с микрофоном я очень хочу. И это тоже очень шикарно. Короче, я еще хочу многих куколок. Боже, надеюсь, вы тоже получили такие эмоции. Я просто в полном восхищении. Я довольна. Будем ждать следующий шарик. Очень надеюсь, что попадутся те, что я хочу. Ой, ну все, будем прощаться. Надеюсь, вам было с нами интересно, вам все понравилось. Вам, надеюсь, эта крошка так же нравится, как и мне. Ну все, до скорой встречи, уже совсем-совсем скоро. Пока!